Кукуруза взрывается. Кооператив River Valley в Дьюти, Айова. Здесь находятся самые крупные в мире склады кукурузы. Да, очень много кукурузы. Когда эта гора наполняется, в ней чуть меньше миллиона бушелей. В этом складском комплексе хранится достаточно кукурузы, чтобы обеспечить калориями на целый день более 25 миллионов человек. Только в одном из этих стальных контейнеров может содержаться невероятно 13 квадратных километров кукурузы. Но здесь так много кукурузы, что даже эти гигантские контейнеры быстро наполняются. Мы продаем эту кукурузу весь год. Мы погружаем ее в грузовики и отправляем или на спиртовые заводы, или на речной терминал. Там ее грузят на баржу, чтобы отправить или в другой конец страны, или по всему миру. Может, склад кукурузы кажется безопасным, даже скучным, но вы ошибаетесь. Каждый силосный бункер может превратиться в пороховую бочку. Для этого нужна лишь зерновая пыль. Зерновая пыль крайне взрывоопасна. Когда засыпают новые грузы, получается смесь кукурузного крахмала и масла, которое при выбросе в воздух может взрываться. Крахмал – быстро воспламеняемое вещество, а масло может разжечь пламя еще сильнее. Оно взрывается лучше, чем динамит при определенной концентрации зерновой пыли в воздухе плюс искры. В следующий раз, когда соберетесь собирать урожай кукурузы, будьте осторожнее. У нас в отделе новостей есть видео, пожарные как минимум из 5 департаментов пытались потушить пламя.